Поехали. Мы сделали торты наши, к нам друзья присоединились. Мы торты сделали. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на Русика. Йоу-йоу, я его самая преданная. Мы торты сделали, вот уже вот все сделали. Кому торты понравились, как мы делаем, ставьте лайки. Ребят, и мы будем еще такие торты делать, и вы еще напишите в комментариях. Ребят, вы видели в первой части, как собирали их. И таким же темпами мы, ну, как бы они собрали их. Вы оцените, папа, ты тоже, если да, смотришь. Самый лучший блогер в мире. Я точно не уверен. Это как подписчики решат. Ну, а вы, ребята, решайте, кто из лучше сделал команда. Команда вот этих и команда вот этих любимчиков. И ставьте лайки, кто поставит больше лайков, и Настя этот вес съест, да. О, ребята, давайте... Давайте, ребята, проголосуем. Настя сможет съесть торт или да, нет? Не согласна? Ну ладно. А вы, ребята, решите. Кто потолстеть хочет? Это уже Алиса, она не хотела. Русик, меня снимай. А, так расскажи за меня эмоции моим. Ну да, что ты обо мне думаешь? Надо же тебя для Инстаграма, ну то есть... Ну расскажи. Русик самый лучший блогер, я считаю, по моему мнению. Я на него подписана. Смотрю, ты на пятерках ездишь, на 24-ках, на 35-ках, на... На 14-ках, на 4-ках. ВТБ, да, охранники не любят, когда меня ВТБ видят с съемок, ну, я съемочной группой. Ты в ВТБ ходишь, Русик. Ты самый лучший блогер год. Да, Эля? Да, он самый лучший блогер. А вот сегодня как раз будет АТБ. Да, вообще Котятушкин по сравнению с тобой. А я нужен более. Кстати, ребята, я вам еще хочу сказать. Там есть генерал Бусинка, вы... Если что, подписывайтесь. На моем инстаграме она есть в подписке. Поэтому вы к ней тоже подписывайтесь. Она красотка. И она все видео пролайкала мои. Поэтому я, ребята, желаю вам. Да, Калибернал всем тоже, пожалуйста, вас чекает на своей страничке. Пожалуйста, подписывайтесь. Сколько у тебя подписчиков там? 43. Да, ух ты. А в инстаграме, я не помню, 100 чем-то. Ого! Так я ж благодаря, ребят, поддержкой. Так я ж накручиваю через блоги с Ютуба. Серьезно. Серьезно. Мы узнали, что Руслан накручивает подписчиков. Да, я накручиваю так, чтобы они, так сказать... Привет, привет, красотка, привет. Они же маленькие, тебя посадят. Да не, это мои тоже друзьяки. Да, мои тоже друзья. Пропиаришь. Кто меня пропиарил, сказал? Ой, ты меня пропиаришь.